Отложить переход к системе накопительных пенсий советует Украине Всемирный банк. Об этом заявил руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине. Фарук Хан считает, что введение этого новшества с января 2019 года, как планирует Кабмин, может повлечь за собой сокращение взносов в пенсионный фонд, вплоть до его банкротства. С такой позицией не согласен лидер соцпартии. Сергей Каплин убежден, что вывод зарплаты с тени поможет оздоровить нынешнюю солидарную систему и начать переход к накопительной. Украинцы получат, по его мнению, индивидуальные счета, где будут аккумулировать пенсионные взносы. Со временем эти сбережения станут опорой для экономики. Всем давно известно, что пенсионный фонд Украины є банкрутом. Для людей, які зараз знаходяться в пенсійному віці, є загроза, що вони не будуть отримувати пенсію вже за 10-15 років. Про пенсію для молоді вже не варто і мріяти. Тому наше завдання зараз, крім оздоровлення традиційної солідарної пенсійної системи, формувати другий рівень, безпечний другий кошик, куди б люди заощаджували свої гроші для того, аби гарантувати собі забезпечену старість.